приобрел себе вот этот ботом снайпер. Это очень хорошая доночка. Мне нужно ее довести до ума. То есть мне нужна под нее катушка и леска. 15,4. Это у нас мегатанк. Вот у нас есть мегатанк. Отличная катушка. Вот такой мегатанк меня вполне удовлетворит. Ставлю сюда ботом снайпера. Ставлю сюда мегатанк. 150 метров. Его мне должно хватить. Вот он полностью залазит, значит, здесь будет тесто 110 грамм, мне нужна будет кормушечка. Вот примерно такую кормушку мне будет нормально. Вот, беру кормушечку, беру колокольчик. Значит, поводок мне необходим будет на 15,2. Вот у меня есть микрофон. Я, наверное, куплю сейчас сразу карповое удилище. Давайте. Мне, в принципе, нет смысла покупать удилище более 16 килограмм. Значит, я беру карповое. И вот мегачупер. Теперь катушечку тоже на 16 килограмм. Мегачупер. Мегатонг на 17,5. Сколько ее входит? 145 метров. Это, в принципе, отлично. Значит, идем в магазин и покупаем просто карповый поводок. 15,9. Вот. И теперь этот поводочек можно будет установить. В принципе, 50 сантиметров. Оснастка погрузила. И вот 85 грамм грузила камуфляж. Меня вполне устроит. Это будет идеально. Это. Ну вот, наверное, его и одену. В принципе, 5.0 на карпа нормальный на размер крючка. Сюда будет подходить только карповые насадки. Значит, нужно будет что-то в районе, например, боевый пелец. Значит, мясное очень хорошо себя показывают моллюски. Вот пару штук моллюсков я возьму. И два банана я возьму. Я думаю, это нормально будет. Итак, настал вариант собраться на Зандер Багер. Это озеро в Германии, на котором у нас присутствуют белые амуры, толстолобики, карпы, лещи уникальные, линьки, уникальная щука есть и, соответственно, уникальная сома. Ну, также есть еще обыкновенный судак, тоже уникальный. На этот водоем понадобится в идеале одно карповое удилище. У меня вот есть карповое удилище, мегачупер на 16 килограмм. Есть, получается, мегатанк катушечка на 16,3. Но леска стоит на 17,5, но поводок карповый вот как раз на 15,9, поэтому и можно, в принципе, до максимума затянуть. Точнее, на одно деление не затягивать, фрикционно будет хорошо. Здесь на карповое удилище подходят только бойлы и также подходят наживки растительные, типа, получается, у нас идет кукуруза и горох. Но лучше взять сладенькие кукурузы и сладенький горох. Во втором слоте у меня будет спиннинг стоять. Это чисто под судака и под щуку. Мне особо часто он не пригодится. Вот. Но взять его с собой как бы все равно нужно. Значит, 19,5 палка у меня, 19 килограмм катушка, 18,1 и леска, и поводок. Ну, соответственно, здесь у меня стоит блесенка средняя. Что еще? Приманку на голема можно взять на обыкновенную щуку. Ну, также на щуку можно взять какую-нибудь хорошую колебалку. Например, вот такую. Значит, здесь у меня мачевое удилище Брутус.
катушка, у меня мегатон 7000 на 15,4, и также на 15,4 у меня идет леска, шнур, и на 15,2 флюорокарбоновый поводок. И, значит, в четвертом слоте у меня будет идти вот мой bottom снайпер. Это доночка. Значит, кормушка идет на 120 грамм закрыта. Сама донка, вот он, снайпер 360 на 16 килограмм. Но за неимением лески на 16 килограмм я ставлю 15,4 катушку мегатанк. И также 15,4 идет леска. Вот идет поводочек, флюорокарбон 15,2. Значит, у меня есть живец, у меня есть креветки. На всякий случай беру куклу угря на уникальных судаков, куски рыбы беру на сома либо на угря, мясо без зубки также на сома, это также на сома, это также на сома. Шайнер у меня на щуку, на судака, горох, зефир, корм тоже на сома идет. Вот это у нас идет уже на толстолобиков, также на кукурузу можно брать карпов. Это идет карась, карп. Это также карась карп, это идут карпы, это мелкая рыба, это идет на, получается, нашего угря и сомов, это идет на карпов белого амура. Ну вот это все идет на лещей, на всю такую не специфику. Вот, в принципе, мы готовы, можно покупать лицензию. И, в принципе, нажимать. Итак, что у нас по миссиям? На сома. Здесь нужно будет поймать сома более 9 килограмм. Значит, поймать карпа на бойлы. Трофейный обыкновенный сом здесь водится. В принципе, вот будем по стандартным миссиям здесь отлавливаться. Вот это очень хороший карамель Gold. Получается у нас ароматизатор. Ну, я нажимаю отслеживать миссию. На золотистой поляне перейти. Получаем кэшбэк. Прям здесь будем начинать. Берем, ставим крючок 14.0. Значит, самую простую здесь я универсальную наживочку мотыля цепляю. Ну, полкилограммчика добавлю. В принципе, ничего другого здесь и не нужно. Вот я беру и вот так вот делаю. Значит, на свой брутус я ставлю 1,5-метровую глубину, ставлю также маленький крючочек и наживляю опарышей. Свое карповое удилище ставлю сюда, крючок тоже самый маленький. Наживляю гамму. Только я, нет, не самый маленький, я поставлю, наверное, сюда двойной крючок и горох. И буду ловить уже, например, того же леща. Что-то не крупное. Приходит речной окунь, следом за ним тут же что-то клюет. Это приходит линь, и следом прям без промедления. Это что-то карповое, я думаю. Наверное, это такие карповое что-то. Нет, это уникальный лещ приходит. Вот 1266 на 607. Уникальный лещ на горох. Обычный горох. Нужно кидать поближе к берегу. Будет быстрее эта мелочевка приходить. О! Плотвичка. Мне узенькая плотвичка приходит. 1260 на 611. Вот, взяла на мотыля. Значит, есть подозрение, что вот эти бычки, вся вот эта мелочь, она как можно ближе к берегу у нас ловится. Значит, я буду кидать прямо вот сюда. Ой. О, приходит карасик.
Вот, 1272 на 619. Вот, и сразу на креветку, сразу моментально приходит бычок кругля. Получается бычок кругля 1274, 620. Ну, что-то небольшое. И вот он, ерш, ерш, ерш. 2000 бит кредитов, 1 биткоин и ароматизатор получаем за миссию следования Зандербаргер. Значит, метка на ерша 1271 на 617. Значит, у нас открывается миссия Карп Зандербаргер и исследование Зандербаргер 2. Хорошо. Значит, я перейду немножечко в другую часть локации данной. Значит, меня интересует... Здесь должна быть сижа. Вот. Должна быть сижа. Я нажму миссию, отслеживает миссию Карп Зандербаргер. И здесь мне нужно будет поймать толстолоба. Приблизительные точки на наших толстолобах. Это вот здесь. 1245 на 620. И вот здесь, 1195 на 630. У меня будет матч, я здесь поставлю, получается, Ваглер. Поставлю здесь крючок. Да, в принципе, можно 4-0 безбородно ставить. И будет здесь куски овощей стоять. Глубина самая минимальная, которую только можно ставить. Вот. А тут оказывается карп. Ну, нормально. Приходит зеркальный карп. А там я отпустил за столом здоровенного. Ну, не понимаешь. Молодой сезон. Весело-весело, но мне-то нужны здесь не они. Отвлекусь на карту. Так, это приходит пёстрый толстолобик. Что не пёстрый толстолобик, а вот 1194 на 631. Голый карп. Вот все с той метки, с которой должны приходить, в принципе, толстолобы, приходят карты. Еще 245 на 621. Вот это похоже на белого, по-моему. Да, это трофейный белый толстолобый. Вот трофейный белый толстолобик. 1199 на 634. Значит, чтобы поймать нам белого амура, нужно перейти на озеро в озере. После того, как перешли на озеро в озере, нам нужно перейти на противоположную сторону. Вот примерно вот эта точка. Можно забрасывать чуть-чуть дальше. Значит, это из наживок, что у нас будет. Значит, крючок я ставлю 4-0. Из наживок я буду бросать здесь бойлы. Вот метка на голову карпа 1266 на 2,5.
О, Амурчик подъехал. Сразу трофейный. Миссия Корзандербагер закрыта. Значит, продолжаю выполнение миссии Зандербагер. Значит, у меня остается вот эта миссия на облов. Эти все рыбы, в принципе, ловятся в разных местах. Придется побегать. Но у меня также есть трофейные карпы, которых можно поймать на бой. А трофейный карп здесь идет за счет от 7,5 килограмм. Да. 9,5 трофейный зеркальный карп. Эту миссию я закрываю. Стандартная миссия исследования. Сына Заден Багер 2. Нажимаю отслеживать миссию. Давайте сплаваем за сомом и щукой, а потом сходим за судаком и угрем. Значит, за сомом и щукой мы идем на лодочную станцию. Вот те дальние камыши, которые возле леса, там щучка покрупнее. И нужно поставить титановый поводок обязательно. У меня титан здесь небольшой, поэтому нужно будет немножко сбросить фрикцион, не забыть на все вот эти вещи. Давайте на зеленый. Зеленый виброхвост. Прям как на крупную щуку. Если здесь крупная щука, интересно или нет. Равномерная проводка также. О! Приходит. Трофейная обыкновенная щука. 5700. Значит, на 4,0 же головку и брахвостик зеленого цвета. Сейчас меточку я вам дам. 974 на минус 1084. Трофейная обыкновенная щука. И брахвост 10 сантиметров зеленый. Значит, смотрите, чтобы поймать сома, его можно ловить, в принципе, из вот этой ямы большой. Но здесь очень много мелкого сома. Очень много крупного, трофейного и уникального вот в этой яме. То есть это 633 на 272. И лучше сразу плыть туда, потому что можно просидеть, ловя сомов десятками обычных и не поймал ни одного трофея. Я хочу это проверить. Глубина должна быть около 10 метров. Ну да, 8,3. Так, что-то засеклось. Хотя трофейный. О, трофейный обыкновенный сом. Это с первого заброса то, что мне нужно. Смотрите, он у меня приходит по нескольким миссиям. Значит, миссия на пиявку закрывается. Ну, точнее, часть. Исследование Зандербагер. Поймайте рыбу сом обыкновенную. Здесь зачет. Значит, трофейный сом пиявки. Багер, поймайте сома 9 килограмм. Здесь зачет. И трофейные сомы. Поймайте трофейный сом обыкновенный. Здесь тоже зачет. Значит, 631 на 289. Поздний вечер, пиявочки. Ну, я думаю, там любая наживка будет по нам работать. Теперь я буду ловить, соответственно, судаков и угрей. В Баварском лесу. Да, вот здесь Баварский лес. Его мы не можем забрать, нам не нужен.
Значит, метку точно я вам сейчас на него кину. 214 на 853 на креветке. Вот он такой. Мы сейчас находимся в Баварский лес. Мы отправляемся в рыбалку на Майне. Поворачиваем направо. И вот здесь должна быть у нас яма с судаками. Сейчас я ее проверю по карте. Должна быть вот. Ну вот, в принципе, что в этой может быть и судак. В принципе, вот помечаете эту ямку. Примерно 542 на 1112. На судака что, живец у меня идет. Кукла угря очень хорошо крупный судак будет брать. И я думаю, что шайнера тоже судак покрупнее захочет. Также земляные черви, живец, это все понятно. Но я хочу сразу крупного поймать, поэтому я буду. Так, ну идет поклевочка. На донку, да? На донку мешания. Ну здесь, в принципе, может локонь. Ну, сюда по размерам, ну, это судак. Не трофейный, а обыкновенный, ну вот он есть. Эту миссию мы закрываем. Получаем карповые поводки, 3000 кредитов и 1 биткоин. Я по традиции решил остаться на 5 дней на данном водоеме. Значит, я немножко, тут, ну, если так можно назвать, подфармливаю. Значит, на 16700 у меня забился садок. Рыба ловится в основном на кукурузу и бойлы. Ну вот поровну примерно трофеев и обычных рыб. Ну, конечно, трофеев может немножечко меньше. Но я думаю, это из-за размеров крючков, потому что крючки у меня не максимальные. Здесь стоит пятерочка, здесь шестые размеры. И в принципе ловятся вот обычные рыбы. Тут по 4, по 5 килограмм. Достаточно много. Ну, также есть вот и хорошие трофеи, более 10 килограмм. А, значит, метка. Метка это оттуда, откуда я ловил белого амура по миссии. Это вот. 1273 на минус 6. Значит, в любом случае, мне до 46 уровня, мне нужно просто качаться на рынке. Соответственно, это не так просто, поэтому я себе приобрету премиум. 30 дней премиум. Вот этот вот я планирую купить. На 50% больше опыта и денег. То есть, грубо говоря, я за единицу времени буду получать немного больше опыта и денег. То есть, в принципе, это не критично. Можно играть на расслабоне. Вот, но мне для того, чтобы чаще записывать видео с новых водоемов, сейчас премиум, в принципе, будет очень удобен. Я приобрел 30 дней премиум, и теперь у меня есть премиум. Итак, с премиум у меня получился садочек на карпах и толстолобиках в перемешку. Ну, вот здесь зашел один уникальный толстолобик, но, по сути, очень плохо клюет на одну снасть, это нужно все, получается, слоты ставить удилище мачевые и вот эти катушки туда переносить, чтобы не покупать новых снастей. То есть только удилище поменять, и можно приехать чисто на толстолоба с тремя или даже четырьмя мачевыми удилищами. Три на подставке, одно в воздухе. Ну, получается 25 тысяч с премом на садке 150 килограмм. Это так же, как ловить щук на Сент-Круа без према. Ну, вот видите, без према было бы 17 тысяч, а так 25. То есть разница есть, но она не настолько критична. То есть тоже нужно использовать по прикормкам. Значит, смотрите, мне по миссиям дали вот награду еще когда-то давно. Актив фидер какой-то самый простой. Гранд фиш фидер тоже. И вот здесь дали закормочные перцы конопля. Значит, закормочные перцы конопля
используется на карповое удилище, и нужно зайти в магазин ПВА пакеты. То есть вот эта средняя сетка, она самая оптимальная. То есть рыбу приманивает уже хорошо, но расход прикормки небольшой. Значит, замешивать прикормку нужно небольшими порциями, потому что если вы замесите сразу большую порцию, она у вас пропадет. Аттрактанта нужно добавлять так, чтобы его было примерно от 3,5 до 5% вашей прикормки. Вот я делаю 4%, это в принципе нормально работает. Затем вы надеваете вот сюда сетку, грузик и добавляете вот прикормочку. А на обычную донку у меня стоит вот тоже рецепт, получается. Я добавляю актив фидера самой обычной прикормки и также аттрактанта карамельного. На уникальном просто вот столбика есть меточка, если надо запишите куски овощей 1188 на 200, 629. Получаю свои законные 3 биткоина, маркерный буль. Значит, у меня остается, после того, как я заработал 44 уровень, я здесь прокачал 44, у меня остается, открывается миссия на рыбу-монстра. Сначала нужно поймать на него наживку. Вот, я нажимаю отслеживать миссию на южный причал и взять лодочку. Значит, подготовить сразу для зацепов спиннинг и самую большую блесну, точнее, самую большую блесну с самым большим крючком. Ну вот, средняя блесна, 6-0 крючок, 24 грамма будет хорошая. Значит, у меня моторной лодки нет в наличии, я поплыву. Значит, плыть нам нужно вот где стоит желтый большой кран. Чуть правее от него стоит такая железная штука, типа как площадка для обзора. Вот нужно плыть под нее. Вот по правой стороне здесь будут кусты. В принципе, они очень хорошо работают. Вот зацепы. И здесь попадаются мошки. Вот еще ближе к берегу. Развернуться вот так вот носом. Что прям в этот куст запрекрасно. Он должен сразу при забросе писать, что за цепь. Вот, ну, вот, вот так вот. Это идеально. Вторая мышка. И вот пятая мышка приходит. Значит, мышек мы поймали. Теперь нам становится доступна миссия на самого монстра. Черный самище. Значит, опыта дают хорошо. Денег 5600 по биткоину. Значит, мне нужно снарядить вот, самая обычная моя донка. Крючок можно поставить самый большой. И наживку, соответственно, это мышая мышь. Рыба. Черный. Самище. Ну да, вот он примерно от 72 до 80 килограмм. Локация. Локация это же, где мы находимся сейчас. Нужно будет перемотаться на пик клёва. И он примерно берется вот с вот этой части. Ну так, чтобы не промахнуться, где-то вот здесь ориентировочно. Так, ну вот примерно такое должно быть расстояние вот нашей метки. Здесь глубина метров 8-9, метров 15 от лодки должно быть. И, соответственно, самый пик клёва. Буквально вот сюда нужно перемотаться. Вот, входим в режим рыбалки. Так, сейчас проверим точно, не стоит ли якорь. Якорь
не должен быть установлен, что рыба очень крупна и нужно будет кататься на лодке. И, соответственно, делаем вот такой вот заброс. За счет того, что будет большая глубина, он нивелируется и будет метров 70, я думаю, будет нормально. Следует поклевка. Я засек его, скорее всего, это он. Еще выпендриваться. Но, тем не менее, попадается. К сожалению, забрать я его не могу, но мне сейчас важнее опыт. Поэтому отпускаем, закрываем миссию. Получается 12 тысяч за квест и 6600 за самого монстра. Вот, получается, мой черный самич я взялся с 870 на минус 1181. Взялся днем просто в пик клёва. Пробовал я здесь 6 дней. Миссии все закрыл. Пришел вариант уехать. Я водоемчик покину. После того, как на канале соберем, значит, 1000 подписчиков, вот, я, скорее всего, либо по лайкам, либо по комментариям разыграю, соответственно, вот этот вот карповый набор. Здесь в нем два карповых удилища на 16-17 килограмм, катушечки к ним, неплохой рыболовный ящик, очень много расходников, крючков, наживок. Но самое основное здесь, конечно же, пропуск на водоемы 7-дневные с расширенными лицензиями. И получается подставочка с сигнализатором на 3 слота и хороший садок на 200 килограмм. Также разыграю второй набор. Это спиннинговый набор. Здесь два спиннинга на 19,5-21 кг. К ним катушечки идут. Соответственно, есть курточка, ну и расходники также блесна, получается садочек. Вот, так что, в принципе, вот такие будут призы. Всем спасибо, подписывайтесь на канал.